любимые советы, освоить просторы необитаемой планеты, на которую не ступала нога человека. От земли бесконечный срок, все человечество он забрал с собой, забрал он души всех нас, помахав рукой. Люди вышли на новый уровень красот, достигли совершенно удивительных высот. Летит на Марс, чтобы построить там жизнь. Начнет все сначала в совершенстве любви. Прошло 800 часов, пора за работу. Как там погодка в районе посадки на Марс? Минус 23 градуса, надвигаются ледяные облака. Но позже температура упадет до минус 62. Ледяные облака? Да. А как на Земле? Жарко и влажно, ветерок. Самое время полетать на самолете с семьей. Да ну, безумство. Большинство считает, что именно ты пошел на безумство. Не, я все просчитал. Не боишься, что твои расчеты пойдут прахом? Конечно, боюсь. Ну что-то же можно проконтролировать. Ты это о погоде?